Так. Ну, всем здравствуйте. Меня зовут Евгений Горбовской. Я старший научный сотрудник лаборатории космического мониторинга здесь, в Астрономическом институте. И ну, в силу некоторых накладок сегодня Владимир Михайлович не сможет прочесть вам лекцию. Я его подчиненный, поэтому вот сегодня, в общем, лекцию прочту я. Так, что-то тут не срослось, сейчас посмотрим. И ввиду того, что эта лекция в некотором смысле для меня экспромтная, поэтому прошу не судить строго, но сейчас попытаюсь вам рассказать все то, о чем хотелось. Ура. Итак, ну, большинство в этом зале знают, чем мы занимаемся здесь. Ну, я вижу некоторые новые лица. Итак, мы занимаемся тем, что создаем сети роботизированных обсерваторий. И так. Что ж такое-то? PowerPoint не работает. И параллельно изучаем все нестационарные процессы на небе, а сейчас у нас вообще в мире происходит некая революция, некое зарождение новой науки, как то связь физических и астрофизических экспериментов между собой. Моя лекция будет посвящена таким проблематикам, как гамма-всплески, нейтринные события сверхвысоких энергий, которые сейчас активно начинают регистрироваться различными физическими установками. Ну а также, и, наверное, если уж у нас лекция в рамках курса современных проблем астрофизики, это гравитационно-волновая астрономия и связь, собственно, астрономических наблюдений с экспериментами Лайга-Вирга, которые... Ну, которые вот-вот запустились сейчас снова. Все знаете, что читали наверняка эту статью, что примерно несколько лет назад были открыты гравитационные волны, и сейчас исследования в рамках гравитационно-волновой астрономии составляют составляют мейнстрим современной наблюдательной астрономии. Итак, ну, чтобы было понятно, почему я затрагиваю эти темы и почему именно я рассказываю это перед вами, все-таки требуется пару слов сказать о том, кто мы такие есть. Итак, примерно сколько? 15, даже уже побольше, 16 лет назад, 2002 году, за год до того, как я пришел в этот институт на первый курс, был создан телескоп «Робот-мастер» здесь недалеко под Москвой. И с тех пор начала развиваться концепция роботизированных наблюдений. На основании чего эта концепция начала строиться и почему вот в начале 2000-х, в конце 90-х стала важна сама методика роботизированных наблюдений и процесс вытеснения наблюдателя из наблюдательного процесса начался. Презентация у нас не очень хорошо работает сегодня. Ну, посмотрим. Вот это кадр 2002 года, собственно, место, где располагался первый роботизированный телескоп. Собственно, что происходило на момент 2002 года? Примерно за 50 лет до этого в космосе были обнаружены странные взрывы. Ничего, что я хожу влево-вправо, нормально по звуку? Или мне лучше на одном месте стоять? В космосе были обнаружены странные взрывы теми аппаратами, которые были призваны контролировать запрет на использование ядерного оружия по договору между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. И для контроля соблюдения данного договора были выведены космические аппараты, которые регистрировали гамма-излучение. Как вы знаете, естественных источников гамма-излучения на Земле
нету, Земля, в каком-то смысле, не радиоактивна, и, соответственно, любая вспышка гамма-излучения означала бы нарушение той или иной стороной данного договора. Однако, как только данные космические аппараты были выведены на орбиту, выяснилось, что договор нарушается где-то в космосе. И примерно раз в сутки из космоса начали регистрировать гамма-сигналы. Ну, ввиду того, что спутники военные, по традиции это все засекретили лет на 15, а потом начали строить различные теории, чтобы это такого могло быть. Ну, я не был свидетелем тех событий в силу своего возраста, однако бывалые люди рассказывают, что каждый уважающий себя теоретик на тот момент имел по одной, а то и две гипотезы о том, что бы это такое могло происходить. И, собственно, кто чем занимался, тот и предполагал своего класса объекта. Там, в серии планетарный отдел предполагал столкновение комет, звездные отделы предполагали разные вспышки на Солнце, на звездах, в том числе типа Солнца. Отдел межгалактической астрономии предполагал столкновение каких-нибудь нейтронных звезд и замагниченных хитрых больших звезд с далеких космологических расстояний. И сказать по тем наблюдательным данным, которые были на тот момент, было ничего невозможно. Более конкретно, все предположения оставались лишь гипотезами, и можно было лишь философствовать на эту тему. Однако к концу 20-го столетия, 2-го тысячелетия, появились новые наблюдательные данные, и несколько всплесков удалось зарегистрировать в оптике и локализовать. Ну, я про это довольно подробно рассказываю на других курсах. Таким образом, и стало понятно, что эти вспышки происходят на космологических расстояниях. При этом первое зарегистрированное оптическое излучение от этого гамма-всплеска было яркостью примерно 10-й звездной величины. И на тот момент это казалось, и как потом оказалось, золотой жилой. Десятая звездная величина — это объекты, доступные для телескопов любительского класса, по сути. Если хорошенько присмотреться, в бинокль можно увидеть, правильно? Те, кто наблюдательный, те, кто занимался любительской астрономией в детстве, прекрасно об этом знают. И вот мы получили объекты, о которых неизвестно на тот момент практически ничего, о которых последние 50 лет думал каждый теоретик, и которые можно наблюдать телескопами любительского класса с другого конца Вселенной. Однако, не все так просто, как вы понимаете. Несмотря на то, что объект имеет 10-ю величину, он вспыхивает в неизвестное время, в неизвестном месте, и живет порядка 1 минуты. Соответственно, вот сидеть на телескопе и ждать у моря погоды на протяжении года, чтобы раз в год за 10 секунд куда-то навестись и быстро посмотреть, это, вы понимаете, невозможно. Таким образом, организовать наблюдение нельзя. Обязательно что-нибудь случится, человек проспит, уйдет по другим делам, неважно. Так и родилась концепция, точнее не то, что концепция, а необходимость в развитии роботизированных технологий, роботизированных наблюдений в астрономии. Собственно, для того, чтобы изучать объекты, которые происходят неизвестно где, неизвестно когда, вам необходим телескоп, который умеет делать все те функции, которые выполняет человек, правильно? Поэтому он должен уметь контролировать погоду, планировать свои наблюдения, собственно, наблюдать с нужными экспозициями и другими какими-то параметрами, которые вы выставляете при наблюдениях, а также обрабатывать эти данные. Почему это важно? Потому что вы изначально нацеливаетесь на объекты, время жизни которых составляет порядка 1 минуты туда-сюда. И соответственно, информацию об этом объекте вы должны выдавать на той же шкале времени, иначе она просто устареет и уже будет никому не интересно. Почему это было важно? Особенно важно. Смотрите, у вас
В любой большой телескоп, ну там класса 2-3 метров, имеет маленькое поле зрения. А если вы хотите снять спектр того или иного объекта, вам вообще надо щель позиционировать там с точностью, ну, с субсекундной точностью, верно? А там гамма-аппараты, которые работают и регистрируют, ну, как бы, первичный источник этого излучения на орбите, в лучшем случае вам могут дать координаты в несколько градусов. Соответственно, задача вот таких вот роботизированных быстрых обсерваторий, которые мы планировали на тот момент создавать и создали к настоящему моменту, это как минимум очень быстро в автоматическом режиме найти этот источник в поле зрения космического аппарата, уточнить координаты до субсекундной точности и передать координатную информацию на большой телескоп, чтобы он успел за там вот это вот короткое промежуток времени навестись и провести свои наблюдения там в простите в спектральные наблюдения там поляризационные наблюдения, ну и много другое, что к тому времени уже прекрасно умели делать большие телескопы. Таким образом стало ну у нас в институте и вообще в принципе в мире на тот момент, естественно, мы не одни такие умные, и другие люди тоже это прекрасно понимали, развиваться направление роботизированных наблюдений. И впоследствии оказалось, что данное направление это в некотором смысле такая большая золотая жила, что ли, современной наблюдательной астрономии, потому что при правильном подборе параметров, как бы вот, ну, глубины вашего обзора и поля вашего зрения, которое не может быть маленькое в данном случае, потому что мы никогда не знаем координаты с большой точностью тех источников, которые изначально хотим изучать. И данные телескопы могут работать по очень широкому классу задач. Так вот, начиная, отталкиваясь от гамма-всплесков, мы создавали такой инструмент, который бы работал по спутникам того времени, ну, отталкиваясь от средней ошибки в наблюдательных данных спутников того времени. В тот момент летал аппарат Хета, Хета-2, которые давали квадрат ошибок примерно там размером в несколько градусов. Соответственно, поле зрения первого роботизированного телескопа нашего составляло там 2,4 на 2,4 градуса, 6 квадратных градусов. И в какой-то момент мы задумались. Вот смотрите, у вас гамма-всплески, я об этом не говорил еще, происходят там раз в день. Яркие всплески, у которых можно что-то ожидать. Раз в день это по всей сфере, по всему небу. Космический гамма-аппарат имеет хоть и широкое поле зрения, но, естественно, это не 4π. Как минимум там Земля мешает на 2π снизу. Это все равно все довольно низколетящий аппарат. Ну и даже верхнюю полусферу он не всегда видит довольно точно. Поэтому, ну, реально, на гамма-всплески, которые можно было наблюдать, происходили раз в неделю, а с учетом там московской погоды раз в месяц. Для нас. Все остальное время телескоп должен чем-то заниматься. Соответственно, тогда было принято решение о том, чтобы просто загрузить телескоп, которое впоследствии принесло своеобразные плоды уже в более современных задачах, которые в настоящий момент присутствуют. Что мы стали делать? Чтобы телескоп не простаивал, он начал последовательно работать по небу, снимая, ну, казалось бы, ничем не примечательные участки неба. А ввиду того, что наша задача, первая функция по основной задаче была поиск астрономических транзиентов, мы начали искать астрономические транзиенты на тех площадках, которые снимали. Начали там открывать сверхновые катаклизмические переменные, пытаться это делать в роботизированном режиме. Это нам помогало усовершенствовать как программное обеспечение для обеспечения нашей главной задачи поиска, на тот момент оптических источников от гамма-всплесков, так и, ну, производить, открывать множество новых объектов на небе. Сейчас я вам просто пример, ну, показываю вот, ну, к настоящему моменту. Ну вот это первый, собственно, первый телескоп в Подмосковье стоящий. Так, это принципиальные схемы. Про это сейчас расскажу. Ладно, сейчас... Раз уж я про транзиенты заговорил.
Сейчас результаты дойдем. Ну, в качестве примеров, да, сверхновые звезды, вот видно, рядом с центром галактики есть некая яркая точечка. Сейчас более качественное что-нибудь покажу. Презентация почему-то не работает, странно. Ну ладно, не суть важно. Затем стало понятно следующее. Через несколько лет после как бы, начала нашего активного функционирования были запущены новые спутники на орбиту. Соответственно, у данных спутников было запущено два конкретных новых спутника на орбиту. Это космический аппарат SWIFT и космический аппарат Fermi с принципиально разными возможностями. Один видел только яркие всплески, но давал прекрасную локализацию, на которую можно было навестись сразу и вот с железной точностью сказать, что у вас объект там, в центре вашего кадра. А другой регистрировал кучу и регистрирует до сих пор кучу слабых всплесков, слабых источников. Но локализация у них может быть, бог знает какая, может составлять там до полунеба. И, соответственно, появилась необходимость адаптировать систему ну, к новым реалиям. Да? На тот момент у нас было две основных проблемы. Первая это то, что погода в Москве никакая. И второе, что мы можем наблюдать только в... Ну, у нас был один телескоп, можем наблюдать только в одном условно фильтре, ввиду того, что телескоп был главным образом поисковой в белом фильтре. И, ну, получить какую-то большую информацию, чем информация о просто кривой блеске, нам не удавалось. Сейчас все-таки попробую открыть презентацию, чтобы она шла хорошо. Так. Что, если вот так вот сделаем? И примерно с 2010 года наш роботизированный телескоп начинает развиваться как сеть телескопов. Соответственно, мы строим обсерватории. Нет, не идет. Дань, слушай, принеси, пожалуйста, второй ноутбук оттуда, а? Наши телескопы начинают располагаться по всему миру. И, ну, вначале по России. Здесь вот была фотография с расположениями пункта в России. Мы постепенно устанавливаем телескоп в Благовещенске, недалеко от Иркутска на Байкале, на Урале и в Кисловодске, недалеко от Кисловодской горной станции. Ну, а впоследствии и... у тебя есть конгресс-холл презентация? Да, возможно. Открой, пожалуйста. Ну и впоследствии сеть становится глобальной и появляются точки по всему миру. Соответственно, мы получаем возможность решать новые задачи и работать. И каждый телескоп при этом становится двухтрубным. То есть сейчас найду вам фотографию этого дела. Вот, хороший пример. Каждый телескоп становится двухтрубным. При этом эти трубы непростые, они не просто одинаковые. Между ними есть специальное устройство, вот здесь оно серенькое, вот это вот, которое способно их как разводить между собой, так и сводить в одну точку. Соответственно, по аппаратам, которые дают, по объектам с аппаратов, которые дают прекрасную локализацию, мы трубы сводим и наблюдаем в разных фильтрах, в разных поляризациях. Соответственно, получаем информацию об объекте в большем количестве, не только в плане кривой блеск. А если у нас есть необходимость работать по объектам, которые дают локализацию плохую, трубы телескопа разводятся, и телескоп начинает как
мы работали до этого в режиме обзора, когда просто открывали транзиенты. Также мы начинаем проводить данный обзор только в убыстренном виде, в рамках той широкой локализации, которую мы получили там от космического аппарата Ферми, и пытаемся искать источник там внутри. Так, ну-ка, переключится у нас, нет? На Данкин комп. Ну, о. Ура. Ура. Так. Давайте отмотаем куда-нибудь. Ну, я примерно вам, примерно пока понятно ход моих рассуждений, да, про что я говорю и как бы, ну, на основании каких принципов мы пытались те или иные наблюдения строить. Соответственно, раз уж мы построили сеть телескопов, мы получаем еще одну важную дополнительную возможность. Смотрите, если мы стояли изначально в одной точке, то, ну, мы были подвержены как погодным флуктуациям, да, так и разного рода, ну, собственно, день-ночь никто не отменял, а события, которые мы хотим изучать, они короткие, они живут крайне малое время. И для их изучения нам надо быть нам надо иметь возможность проводить наблюдения здесь сейчас, ну, желательно 24/7. Это возможно обеспечить в космических гамма-аппаратах, но, ну, господи, на космических аппаратах, где у вас, ну, ночь круглый год, либо расставив свои телескопы также по всему земному шару, вот сама прыгает презентация, расставив телескопы по всему земному шару и, ну, не в Тунке, так в Кисловодске, не в Кисловодске, так в Южной Африке, не в Южной Африке, так в Аргентине, какой-нибудь телескоп у вас сможет наблюдать то или иное событие. Мало того, ввиду того, что места для установки телескопов выбирались тоже не абы как, а сообразно количеству там возможного наблюдательного времени на соответствующих точках, даже на каждой конкретной обсерватории количество наблюдений относительно Москвы, естественно, возрастало. Таким образом, мы стали видеть интересные события не там раз в год, как было до этого в Москве, а практически каждую неделю. И стали приходить довольно интересные результаты, которые непосредственно начали уже влиять на понимание сути того физического процесса, который происходит в самих гамма-всплесках. Я начал с того, что каждый теоретик говорил о том, что эти всплески там могут быть чем угодно из его области. Да, с первыми наблюдениями гамма-всплесков, которые там были произведены еще телескопом Хаббл, было выяснено, что всплески далекие, что расстояния до них космологические. Ну, это отмело большую часть там теорий какого-то вспышечно-звездного, там, кометного и прочего происхождения, близкого к Земле. Остались только разного рода взрывы. Но физика самого этого взрыва была непонятна. Когда мы построили телескопы, ну, опять же, не только мы, в том числе и мы построили телескопы, которые способны наблюдать в первые секунды, стали прорисовываться вот такие вот кривые блеска у гамма-всплесков. Здесь белым показан запись этого, шкала времени, шкала X, это временная шкала в логарифмическом масштабе, в секундах. Ну, соответственно, шкала Y это звездные величины. И показана запись одного из гамма-всплесков сразу в трех каналах. Белый цвет – это гамма-излучение, регистрируемое из космоса. Серый цвет – это рентгеновское излучение, также регистрируемое из космоса. А красный цвет – это оптическое излучение, зарегистрированное нами. Мы стали видеть разного рода вспышки. Цветные, нецветные, с поляризацией. Сейчас, подождите. Разного рода вспышки, которые вот
могли либо повторять синхронно кривую блеска в гамма-диапазоне, либо, как в данном случае, быть некой такой вот усредненной формой. Соответственно, вы тут видите, что этот всплеск длился сам в гамма-диапазоне там, порядка 100 секунд, хвост в рентгене длился порядка там, 1000 секунд, ну а оптическое излучение угасло в данном случае до необнаружимого для нас масштаба там, вот, ну, на временах порядка там, 10 тысяч секунд. Данные наблюдения позволили говорить о том, что всплески могут представлять из себя субстанцию одного из двух видов. В одном случае это могут быть сливающиеся нейтронные звезды. Такие всплески в гамма-диапазоне преимущественно короче, они не превышают там 2 секунд. В оптике они очень-очень слабые и практически не коррелируют с гамма-диапазоном. А во втором случае это может быть коллапс замагниченной звезды, когда формируется что-то типа джета в активных ядрах галактиках, этот джет прожигает все пространство, всю межзвездную оболочку, которая есть на тот момент у звезды коллапсирующей. И в зависимости от мощности этого джета, если он пробивает эту оболочку насквозь, ну, может как бы пробить ее, мы видим коррелированное излучение. А если не может, как в данном случае, всплеск чуть более слабый, мы видим некую такую решение Седова, так называемое, которое было еще со времен там, создания ядерного оружия и всего прочего известно. Распространение ударной волны в пустоту, как бы. Ну вот у вас есть среда, в ней произошла ударная волна, она полетела, и, соответственно, по степенному закону у вас идет постепенный спад данного излучения. Соответственно, вот наблюдения там на уровне 2010 года стали показывать вот такие картины данных событий. Параллельно, примерно в то же время пошли разговоры о других событиях. Раз уж мы говорим о современных проблемах, давайте остановимся о них. Где-то в 2010-2011, ну, может быть, чуть позже годах, начинают развиваться активно нейтринные телескопы. Знаете ли вы вот до настоящего момента, как часто наблюдались нейтрино от астрофизических объектов, исключая Солнце? Ну, солнечных нейтринов, понятно, много, их там регистрируют все, кому не лень. Другие источники нейтрино в астрономии вам известны? Ну, вот от какой сверхновой вы зарегистрировали, ну, не вы, а люди зарегистрировали нейтрино? Абсолютно верно, да. До, там, условно, позапрошлого года единственным источником астрофизических нейтрино, кроме Солнца, была сверхновая 87 года в Большом Магеллановом облаке, когда было зарегистрировано, внимание, 4 нейтрино. От всей сверхновой. Все. С тех пор от астрофизических источников, насколько мне известно, может, я не специалист именно в области регистрации нейтрино, может быть, я ошибаюсь, но в каких-то деталях. С тех пор регистрации источников от других там, сверхновых, других событий не было. Тем не менее, получают бурное развитие телескопы, такие как IceCube, ледяной куб в Антарктиде, да? Начинает строиться телескоп Антарес, это телескоп в Средиземном море, англо-французский, насколько я понимаю, ну и немцы там тоже. Сейчас где-то должны быть слайды по этому поводу. Так, ну, давайте, допустим, вот это. Но также и в России, как ни странно, тоже данная наука
развивается. У нас есть два собственных нейтринных телескопа. Один в Баксане, в горе, в Штольне. Возможно, кто-нибудь был. Там такая большая буква М из московского метро на входе стоит, поскольку эту штольню бурили как раз метростроевцы. Это, ну, просто вертикальная шахта, горизонтальная шахта в горе. А также на Байкале. В водах Байкала как бы опущены такие нити из фотодетекторов, которые способны регистрировать нейтрино. И эти телескопы работают и нацелены на нейтрино высоких энергий. Почему это важно? Нейтрино, которые приходят от Солнца, имеют энергию там, порядка нескольких кэв. Ну, плюс-минус туда-сюда. А астрофизические источники нейтрино дают нейтрино с энергиями МЭФ и выше, может даже до ГЭФ. И регистрируются значительно реже. От Солнца там регистрируют сейчас в секунду несколько сот нейтрино. Большие установки, там какая-нибудь суперкамиоканда в Японии. От астрофизических источников эти нейтрино регистрируют сложнее. Во-первых, их банально меньше, да? Во-вторых, эти источники значительно дальше, поэтому их и меньше. И зарегистрировать их труднее, поскольку ну, в сечение взаимодействия у них меньше из-за их энергии. Тем не менее, вот эти новые астрофизические эксперименты начали работать в начале там, 2010-х годов, и к концу этих 2010-х годов, там, в году в 2016-м, вышли на тот уровень, что пришли в мировое сообщество и сказали: ребята, вот мы наконец-то можем отвечать за наши результаты. Кроме всего прочего, у нас, как и в ваших гамма-всплесках, есть координатная информация какая-никакая, у нас есть временная информация, и обработка у нас работает достаточно быстро, там примерно через десятки секунд, как и в случае с гамма-всплесками, мы можем вам выдавать координаты. Пожалуйста, работайте, ищите. Ну, я все довольно упрощенно говорю, тем не менее, это действительно так. В 2016-2017 году одновременно IceCube и Antares, а в прошлом году установка Baksan, подключились к вот этой вот программе, и, по сути, все аппараты, я сейчас уже говорю про наземные обсерватории, которые изначально рассчитывались для наблюдения гамма-всплесков в широких полях зрения, стали, получили возможность участвовать и в другом классе наблюдений. Получили возможность впервые в мире соединить нейтринную физику и наблюдательную астрономию воедино и начать работать как бы вот в такой одной большой команде. Естественно, данная область только зарождается. И здесь пока говорить о каких-то прям прорывных результатах сложно. Тем не менее, к настоящему моменту есть уже два события, которые позволяют говорить о значимом, как бы об их значимом весе. Первое событие, это вот оно представлено на экране, когда IceCube зарегистрировал три нейтрино из одной точки на протяжении одной минуты. Вот, чтобы вы понимали, о чем идет речь, да? То есть, люди считают единичное событие. То есть мы с вами в астрономы там привыкли 3 сигма там туда-сюда, у вас сколько, ну, если спросить, сколько фотонов пришло от вашей звезды, там какой-нибудь там 19 звездной величины, и зарегистрировала ваша камера, да, ну, это вызовет некий ступор изначально. Это, конечно, можно там прикинуть, зная КПД камеры, шумы туда-сюда, но так сходу никто из вас не ответит, да, сколько фотонов вы регистрируете от той звезды, которую наблюдаете. Потому что мы просто никогда не думаем в этих категориях. Там же люди работают в режиме как бы счета частиц, и событие, от которого пришло всего лишь 3 нейтрино зарегистрированных на протяжении одной минуты, при этом еще и разброс у этих нейтрино был там порядка 2 градусов координатный относительно друг друга, считается одним из наиболее достоверных за последние десятилетия. Ну, что это как бы нейтрино, не просто какой-то шум,
Не какие-то вторичные частицы там, рожденные во льду Антарктики, а вот действительно нейтрино от какого-то конкретного астрофизического источника. К сожалению, в том случае не было обнаружено никаких даже потенциально возможных кандидатов. Вот здесь представлены зеленым кругом. Это область возможной локализации относительно IceCube, а зелеными и фиолетовыми квадратами те экспозиции, которые производила наша сеть, чтобы закрыть максимально быстро и найти какие-нибудь вспыхнувшие объекты, там сверхновые, квазары, любые возможные источники астрофизические источники данных нейтрино. К сожалению, в данном круге ничего обнаружено не было. Чуть позже был примерно такое же событие, когда внутри данного эррорбокса был обнаружен обычный квазар. Тоже несколько частиц одновременно пришло и зарегистрировано было на IceCube. И внутри данной локализации картинка бы выглядела точно так же. Был один квазар в обычном состоянии. Ну, в принципе, квазары являются перманентными источниками нейтрино. Там же идут и ядерные реакции, и джет. Никто не отменял, который может как раз накачать энергии данной нейтрино. Вот. Но, тем не менее, данная область и данный тип событий, как вызов, да, вот раз уж мы говорим о вызовах современной астрономии, он существует, и наука о вот наблюдениях источников нейтрино сверхвысоких энергий оптическими методами, она только-только зарождается и все еще впереди. Вот мы находимся на начальном шаге этой науки, когда астрономы и физики пытаются связаться друг с другом. Так, сколько у нас времени еще осталось? До 15. До 3 часов, да? То есть еще 40 минут. Ну хорошо, я успею закончить даже, наверное, раньше. Простите, я немножко простужен, поэтому вот так вот. Хорошо. Следующий номер нашей сегодняшней программы самый интересный. Итак, мы с вами, ну вот так, очень бегло, начиная отталкиваясь от гамма-всплесков, пробежались по роботизированным сетям и уже довольно существенно продвинулись в понимании того, что такое гамма-всплески, и открыли новую область взаимодействия, да, между астрофизическими и физическими экспериментами. Сейчас. Тем не менее, задачу гамма-всплесков и их дальнейшего понимания никто не отменял. Что максимально критично и важно в настоящий момент понять в плане гамма-всплесков и доказать экспериментально. Несмотря на то, что мы получили довольно большой объем вот этих вот кривых блеска, гамма-всплесков и так далее, вопрос об прямом подтверждении наличия вот этого джета, он оставался открытый. Почему это было важно? Дело в том, что если мы возьмем, пересчитаем энергетику этих событий, гамма-всплесков, на земную, как бы, ну, вот, космологическую, зная расстояние по красному смещению, зная блеск по оптике, возьмем и пересчитаем энергетику события на Землю, сколько выделилось там эрг в секунду. Посчитаем и получим, что светимости этих гамма-всплесков там составляют 10-42, 10-43 эрг в секунду. Вы, как грамотные люди, скажете мне: дядя, что ты врешь нахально, по-моему, здесь, да? Потому что эдингтоновская светимость у нас на 6 порядков меньше. Правильно? Эдингтоновская светимость, для тех, кто, может быть, не знает, это такая светимость, при которой энергия света разрушает объект. То есть, если у вас объект светится ярче, чем 10⁸ эрг в секунду, то просто давлением света у вас этот объект разнесет, разорвет на части. Вы спросите, а как вот ты хочешь получить там 10⁰ эрг в секунду, да? Ну, поначалу мне бы нечего было вам возразить,
Ну, я быстренько подсвечусь и скажу, что ага, а 1038 это изотропная светимость. И здесь 1042 арк в секунду это изотропная светимость. Но если я скажу, что мой гамма-всплеск светит не в... на 4π, если взрыв не симметричный, а вся энергия уходит там внутри телесного угла в 1 квадратный градус, то эту неопределенность вполне себе можно будет снять. И, по сути, долгое время вот этот вот энергетический аргумент, ну а также еще эволюционный аргумент, что теоретики, используя различные коды моделирования галактик, ну, как яркий пример, это машина сценариев, которая здесь в отделе релятивистской астрофизики Липуновым, Корниловым и коллегами развивалась тоже долгое время, показывали, что таких объектов, как сливающиеся нейтронные звезды или массивные черные дыры, должно у вас образовываться, ну, не знаю, примерно в 1000 раз больше, чем вы видите гамма-всплеск. То есть вот по эволюционным сценариям, галактическим там, и так далее, получалось, что гамма-всплески должны происходить 1000 раз в день, а происходят они 1 раз в день. Тоже ответ был простой. Ну, вы просто не видите 99 из них, потому что вот этот узконаправленный джет бьет мимо вас. И только там, в одной промилле случаев он попадает вам в глаз, и вы видите то, что видите. Вот эти вот два аргумента, эволюционные и энергетические, оставались главными доказательствами того, что у гамма-всплесков есть джеты, что, вот это вот, что, ну, что это действительно некая такая реактивная струя замагниченного объекта. Как нам получить прямое наблюдательное подтверждение этого факта? Наблюдательных подтверждений может быть два. Первое прямое – это взять и измерить поляризацию данного излучения. Если у вас действительно есть какая-то структура, которая формирует вам джет, то джет он не может не быть поляризованный. То есть там будет переменное магнитное поле, которое всяко-разно будет как-то позиционировать вам летящие оттуда частицы высоких энергий, которые будут вам давать поляризованный свет. И второе, я уже сказал, что сейчас мне проще нарисовать, чем рисовать, чем искать соответствующие слайды, может быть, потом я и найду наблюдательное подтверждение. Если мы видим с вами, что источник падает по степенному закону, ну, касательно относительно того, я говорил, что мы расширяемся в пустоту, да, по решению Седова, мы получим с вами степенной закон, который в какой-то момент должен будет измениться на более крутой. Из-за чего это может происходить и почему это связано с джетом? Смотрите, если мы с вами смотрим, это вот источник гамма-всплеск, там, да, бьет, а здесь у нас с вами глаз наблюдатель. Что такое джет? Джет это же не фотоны летящие, правильно, в определенном. Это частицы, летящие в определенном направлении. С гамма-факторами там, приближающимся к нескольким там, десяткам тысяч, приближающимся к единице с гамма-факторами. Да, вот мы летим. А частица, летящая со скоростью почти равной скорости света, куда будет излучать? Вперед. Только вперед, абсолютно верно. Диаграмма направленности этого излучения будет вот такая. Верно? Но, как мы изначально говорили, гамма-всплески берутся от массивных звезд, а массивные звезды на финальной стадии своей эволюции отличаются тем, что активно теряют массу. Да? Значит, у нас вот здесь вот полным-полно каких-то сброшенных оболочек от той самой звезды, ну, которая впоследствии дала нам гамма-всплеск. И натыкаясь на эти оболочки, данные частицы релятивистские в джете будут постепенно ослабевать, верно? Ну, замедляться. А значит, диаграмма направленности будет уширяться, и в какой-то момент диаграмма направленности излучения по углу сравняется с нашим джетом.
И в последующем, продолжая замедляться, диаграмма направленности излучения будет все больше и больше расходиться. А значит, объект для нас начнет ослабевать сильнее. Соответственно, чтобы зарегистрировать и получить наблюдательные подтверждения наличия джета у гамма-всплесков, нам надо зарегистрировать два наблюдательных факта. Первое – это поляризацию излучения в первые секунды, когда у вас работает центральный источник. И второе – накрывая блеска, через какое-то там время дельта Т, зарегистрировать вот такой вот излом, ну или jet break по-английски, так называемый. Вот, собственно, к этому и были привлечены и нацелены многие телескопы, которые данной проблематикой занимались. Кроме всего прочего, смотрите, что еще колоссально важно. Изучая данные гамма-всплеска, мы можем получить информацию о двух как бы принципиально разных объектах. Первый объект – это сам центральный источник, ну или центральная машина, о которой мы говорим, то есть тот объект, который ее породил. И второй источник – это среда вокруг. Да? Соответственно, излучение начальное, в самые первые секунды, оно будет нам определять физику, происходящую вот здесь, физику взрыва непосредственно. А все последующее излучение, в том числе и вот этот вот излом, он нам будет характеризовать то, что у нас есть вокруг всплеска. Да? То есть как там оболочки у него расширялись и так далее. Мы можем проследить процесс сброса оболочек и так далее. Но максимально интересен именно процесс самого взрыва. Да? А значит, перед вами стоит еще одна важная задача. Сам взрыв занимает там, ну, тут примерно прикиньте, сколько занимает падение самого на себя ядра звезды. Вот если есть звезда, в какой-то момент там за счет, допустим, фотодиссоциации железа у вас потерялась устойчивость центрального ядра. Сколько времени потребуется звезде, чтобы упасть саму на себя в черную дыру? Да. В общем, примерно 10 минус 5 секунды. Ну, вы правильно все это сказали. Если посчитать там радиус в 1000 RG, характерный радиус для там, белых карликов, да, примерно за 10 минус 5 секунды у вас ядро упадет само на себя. И в таком случае вы получите явление обычной сверхновой. Когда взрыв как таковой вы не видите и сразу видите вот эти вот, там, то, что Псковский изучал, законы спадания степенные и так далее. Здесь же, ввиду того, что энергетика большая, появляется, мы изначально говорили о каких-то замагниченных, быстро вращающихся звездах, появляются некие барьеры, которые вам позволяют этот коллапс растянуть. Но его тоже нельзя, как бы, ну, кота нельзя слишком долго за хвост тянуть, оторвется рано или поздно. Так и тут, растянуть его там до бесконечности нельзя. И поэтому, ну, максимум, на что вы можете рассчитывать, это десятки секунд. Кроме всего прочего, самое интересное, естественно, происходит в самом начале. Но, наблюдая по старой схеме, когда у вас есть там, телескопы в космосе, телескопы на Земле, одни там связаны с другими, даже это как бы требует там, построения огромных сетей и решения целого класса задач по передаче сигнала туда-сюда. Но все это вам не поможет зарегистрировать там объект в первые секунды. Кроме всего прочего, как я изначально сказал, есть сливающиеся нейтронные звезды, которые в принципе там 2 секунды видны. За 2 секунды вы просто не успеете передать сигнал из космоса на Землю, чтобы увидеть физику как бы слияния вот этих вот самых нейтронных звезд. И здесь вам остается только один способ. Как и в случае с гамма-аппаратами, которые летают и смотрят полнеба, ставить оптические камеры, которые тоже смотрят огромные куски неба, и ждать, когда это событие попадется к вам. Собственно, ну, мы не могли этого не понимать. Соответствующие инструменты также были установлены нами
на телескопах. И... Опа, а что, Даня, у тебя она не идет? Вот здесь идет. И рано или поздно мы должны были как бы получить успех, который получили. Здесь вы видите наблюдения 2016 года, в которых участвуют несколько классов как бы наших телескопов. Первый, про который я уже рассказал, это вот телескопы с полем зрения примерно 2 градуса. Двойные телескопы, что немаловажно, которые имеют возможность работать в поляризации. И второй класс телескопов – это сверхширокопольные камеры, про которые я только что как бы начал подводить и рассказывать, которые смотрят, ну это люди, которые занимаются фотографией, прекрасно меня поймут, это объективы с фокусным расстоянием 88 мм. То есть это поле зрения порядка 400 квадратных градусов, 24 на 16 градусов поле зрения. Что здесь произошло? Камеры, телескоп ведет свой обычный обзор, ничего пока что не знает. Ведет обзор, так, мышка видна? Видна. Вот на протяжении там 100 секунд, больше чем 100 секунд, телескоп просто стоит и делает какую-то предыдущую экспозицию. Вот здесь вот, когда показана зеленая палка, происходит сама вспышка в космосе. И тратится некое время на то, чтобы телескопу среагировать и перенавестись в большие телескопы. А маленькие камеры, которые следят за небом и смотрят, все еще смотрят в ту же самую точку. И что мы видим вот здесь? Изначально мы видим, что источника не было. Ну, пределу там примерно 12-я звездная величина. Видите дорожку кадра. Потом вспыхивает яркий объект, который постепенно начинает угасать. Вот. Мы видим здесь два принципиально разных как бы события, да? Вот здесь начальная вспышка, которая как раз нам и характеризует сам процесс взрыва, что здесь есть ну, эти, разного рода переколебания, резкий спад, ну и затем уже выход на взаимодействие со средой, где постепенно происходят те или иные процессы. Но что самое важное, это наблюдение фиолетовое, вот здесь вот внизу. Телескоп имеет возможность работать в двух принципиально разных, в двух перпендикулярных поляризациях. И была впервые в мире зарегистрирована поляризация оптического излучения на уровне, там, составляющем порядка 10%. Что нам дало первый из наблюдательных фактов. Ну, на тот момент уже второй, поскольку изломы кривых блесток к тому времени уже были зарегистрированы и нами, и не нами, и многими другими аппаратами. Их оказалось регистрировать намного проще. Регистрации поляризации, вот люди ждали сколько? 17 лет получается, даже больше. Примерно 20 лет с момента первого обнаружения оптического света от гамма-источников. Ну ладно. Теперь продолжим к обзору. 2015 год, сентябрь, 14 число. Я, как и многие мои коллеги, приходим на работу, и тут Владимиру Михайловичу Липунову приходит письмо о том, что опа, во время инженерного включения гравитационно-волновой антенны LIGO не прошло и 30 лет, как были зарегистрированы кандидаты в гравитационные волны. Этого все ждали, все боялись, но никто в это не верил, скажем так, уже. Поскольку на протяжении последних 30 лет чувствительность гравитационных антенн постоянно повышалась, улучшалась, делались одни попытки, другие попытки, третьи попытки. И каждый раз получался отрицательный результат. То есть да, люди видели, что они улучшают чувствительность гравитационно-волновых детекторов, да, они видят, что все работает лучше, убирают там очередные 100-200 классов шумов. Тут на семинарах, посвященных открытию гравитационных волн, люди, которые непосредственно занимаются вот, регистрацией гравитационно-волновых сигналов, рассказывали о том, что ну, для того, чтобы очистить их вот, временной ряд, очистить их наблюдения от шумов, чистят они примерно
1200 различных классов шумов. Ну, то есть вот вы тоже люди, которые там так или иначе занимаются наблюдениями. Ну, наверняка представляете, там есть фон НЕПа, да, есть там, шум считывания, тепловой шум, дробовой шум в приборе, там, наводка от электрической сети. Ну, люди, которые непосредственно занимаются там электроникой, может быть, еще с десяток разных шумов мне назовут. А там тысячи. То есть вот люди уже чуть ли не квантовые флуктуации убирают для того, чтобы очистить свой сигнал. И успех к ним пришел в 2015 году. Соответственно, история с нейтринными телескопами повторилась, только в некотором таком умноженном варианте. Что мы получили? Как наблюдательный астрофизический инструмент мы от гравитационно-волновой антенны получили вот такую карту. Нам было сказано: ребята, вот у вас есть вот этот красный банан на карте, ну или полумесяц, кому как больше нравится. Это вероятность на небе, что событие произошло именно там. Пожалуйста, работайте. Вот. Произошло это все во время инженерного включения, то есть никто к этому принципиально был не готов. Тем не менее, это случилось, и так, единомоментно, как бы вот однажды пришедший утром на работу, ты понимаешь, что вступил в совершенно новую, даже уже получается, эру наблюдательной астрофизики, когда вы можете одновременно работать с гравитационно-волновыми детекторами, когда информацию о объекте можно получать уже по трем различным каналам. По электромагнитному каналу взаимодействия через оптику, хорошо всем известно, по слабому каналу взаимодействия через нейтрино и по гравитационно-волновому каналу взаимодействия через гравитационно-волновые детекторы. Естественно, поиск источников, ну, возможных компаньонов вот этих вот гравитационно-волновых событий не мог остаться где-то в стороне. И все ведущие мировые телескопы и сети, которые так или иначе пытались ну, до этого открывать те или иные астрофизические транзиенты, сразу же набросились на все эти события, начали их исследовать в большом количестве. Мы здесь не являлись исключениями, тем более, что к тому моменту у нас уже был довольно богатый опыт наблюдения в широких полях. Я рассказывал вам про космические аппараты Ферми. И мы, как бы, единственная, по сути, наблюдательная сеть, которая не отвернулась от этого космического аппарата, который давал плохие локализации. Нашли довольно много уже кандидатов. Здесь вот один из примеров, да, красный круг – это локализация, плохая локализация гамма-всплеска. Здесь диаметр круга составляет 6 градусов. Соответственно, вот нами начался обзор внутри этого круга. В какой-то момент был зарегистрирован источник. Вот здесь вот полный кадр наш, слегка увеличенный и еще более увеличенный. Видно, что вот появляется какая-то новая звездочка относительно опорного изображения. Нами такие уже события многократно на тот момент открывались. Мы начали обзор гравитационно-волнового события. Здесь может показаться, что он какой-то неполный, но проблема в том, что вот здесь вот Солнце находится, вот где мышка сейчас. Поэтому наблюдать эти области было принципиально невозможно. Соответственно, в первом случае, опять же, было обнаружено несколько астрофизических источников, но даже одна сверхновая, но как бы достоверно сказать, что они были связаны с этими событиями, сказать было нельзя. Впоследствии было много инсинуаций, LIGO выключился на некоторое время. В 2017 году он снова был включен. И сейчас. Что, неужели в этой презентации этого нет? Сейчас найдем.
Так, ну, сейчас вам просто показываю картины, да? Где же? А что, Даня, здесь нету, что ли, этого? Ну, опять же, впоследствии гравитационно-волновой детектор постоянно работал, и вот такие вот локализации широкие по небу стали появляться довольно часто. Все из них, как бы, опять же, сети телескопами просматривались с той или иной скоростью. Вот один из еще примеров. Второй возможный кандидат в гравитационные волны был совсем плохой локализацией. Видите, она составляет примерно половину неба. Тем не менее, даже здесь были получены весьма значимые результаты. Практически полностью она покрыта. Вот зеленые квадратики – это различные экспозиции нашей сети, которые постепенно эту область закрывали. Только вот присолнечные области не были закрыты там. А локализации, которые чуть более хороши, закрываются практически полностью. Так, ну вот разные. Вот. Так мы работали по широким локализациям, пока летом 17 года, 17 августа 17 года, не случилось два события. Первое событие – это наш юбилей. 17 августа 2017 года в этом конференц-зале проходила конференция, посвященная 15-летию проекта «Мастер». Вот. И в тот момент, когда у этой конференции был конференц-динер, ну, тот, кто ездит на конференции, представляет, что это такое, сработало не два гравитационно-волновых детектора, как раньше, LIGO Harvard и LIGO Livingston, а три. Был подключен еще европейский детектор Virgo, что позволило через какое-то время сделать вот эту вот локализацию банана намного лучше. Кроме всего прочего, случилось еще одно событие. Тот самый Fermi, на который до сели никто не обращал внимания, синхронно с гравитационными волнами дал гамма-всплеск. Очень слабый гамма-всплеск с отвратительнейшей локализацией, которая тоже там составляла в радиусе 40 градусов, если по 3 сигма смотреть, по 1 сигма 12 градусов. Но тем не менее, сам факт регистрации гамма-всплеска синхронно с источниками гравитационно-волнового излучения говорил уже о многом. Вот. Телескопы наши в роботизированном режиме начали постепенно получать все более уточненные и уточненные области, пока аргентинский телескоп не зарегистрировал новую вспышку, новую, как-то мы на тот момент думали сверхновую в галактике, как она называлась тогда, Даня? NGC-4993. В силу того, что урок 15-го года выучили многие телескопы, наблюдалась эта галактика не только нами, а также многими телескопами, стоящими в Чили, и вот примерно 6 телескопов одновременно, 5 телескопов, стоящие на одной горе в Чили, и наш телескоп Мастер, стоящий там по другую сторону Анд в Аргентине, синхронно нашли один и тот же транзиент, который там называется по-разному, ДЛТ-40, Мастер ОТ-Джей, ССС-17, который впоследствии был назван Килановой, и является собой продуктом столкновения двух нейтронных звезд в среде и формирования вот нового объекта, который как раз и был зарегистрирован гравитационно-волновыми антеннами и нами впоследствии в оптическом диапазоне через несколько часов после этого. Так, ну вот здесь вот можно посмотреть, каким образом аргентинский телескоп работал по этому квадрату ошибок. Вот красным показан банан, который
представляет из себя область ошибок данного гравитационно-волнового события. Зеленые квадратики – это последовательные наши экспозиции. Так, 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 так. Что у нас здесь? Зеленая палка, вот на этом графике, это время съемки данного события, а красная палка – это момент первой публикации данного события как бы в мировом пространстве. Соответственно, вот 6 телескопов независимо друг от друга открыли один и тот же источник, который является первым источником, который связывает гравитационно-волновую и оптическую наблюдательную астрономию. Сейчас, буквально несколько дней назад, 8 марта, как ни странно, LIGO включился в третий раз. Дело в том, что такая большая как бы махина, которая требует примерно 2000 инженеров высокого класса, высочайшего класса, не может работать непрерывно. И они вот, со времен 2017 года, в сентябре 2017 года они выключились, и следующее включение вот состоялось только весной 2018 года. Сейчас пока в инженерном режиме, но с 1 апреля гравитационно-волновая антенна LIGO и Virgo включается уже в научном режиме. Так что очень-очень скоро мы с вами будем свидетелями и многие непосредственными участниками новых гонок и новых вот больших совместных астрофизических и физических открытий. Благо дело, что вот первая дорожка уже пройдена, первая ласточка получена. Собственно, возможность таких наблюдений, такой коллаборации уже доказана. Сейчас предстоит большая, кропотливая работа по накоплению этой информации, поиску новых объектов, ее систематизации. Ну, в общем, что я вам объясняю, вы все прекрасно это знаете. Мы и тут, и с нейтринщиками находимся в самом-самом начале пути, да и с гамма-всплесками тоже все далеко не завершено. Так что, такие астрофизические новости нас с вами будут ожидать в этом новом году. Наверное, все, да? Что по времени там? Как раз. Все, спасибо большое, ребят. Если есть вопрос. Давай. Это вопрос политический, а не астрофизический. Понимаешь, если ты придешь ко мне, к Владимиру Михайловичу, скажешь, вот у меня есть там $1 млн, давайте телескоп поставим. С удовольствием. А пока что, будут возможности, будут деньги, конечно, мы в этом крайне заинтересованы. Мало того, мы заинтересованы и в том, чтобы не только как бы числом, да, брать, но и глубиной брать. Сейчас наш предел – это 20-я звездная величина. И вот эта вот килоновая, кстати, я вам фотографию-то не показал, вот та самая звездочка, про которую я в конце говорил, вот галактика и вспышечка на ней. Она 17-я звездная величина в максимуме. При этом, опять же, как и в случае с первым гравитационно-волновым событием, невероятно повезло, что это событие близко. Что вот первое событие оказалось столь близким, и мы его смогли разглядеть. Если брать расстояния более далекие, то мы просто не сможем в силу своего предела увидеть данную звезду. Вот опять же полный кадр, увеличенный и увеличенный кадр. Просто не сможем его разглядеть, поэтому нам надо не только числом брать, но и уже увеличивать диаметр, поскольку проницательную способность, хочешь не хочешь, для того, чтобы оставаться вот в мейнстриме современных наблюдений, надо увеличивать. Здесь вот работа и в этом направлении тоже ведется. Но все упирается уже в финансирование, поскольку это все довольно дорого. А так, только за. Мы готовы в этом смысле. А процесс поиска денег – это как бы отдельный вопрос. Да. Этот случай со слиянием нейтронных звезд – это единственное, когда было одновременно зарегистрировано птичек и транзиент гравитационной волны? Да, смотри, примерно
месяца три назад вышла статья по данным Лайга, где они систематизировали за два своих первых включения все те события, которые они зарегистрировали, ну, которые они могут назвать достоверно научно значимыми. Они насчитали 11 гравитационно-волновых событий, из которых 10 – это слияние двух черных дыр, и одно – вот это слияние нейтронных звезд. То есть пока что тенденция такая, что причем все события с черными дырами, они примерно на порядок более значимы, чем вот это вот событие с нейтронными звездами. Ну, в плане сигнала к шуму в гравитационных, в грав-волновом диапазоне. И тенденция такая получается, что от черных дыр оптики пока что обнаружить не удается. Ну, что? Ну, есть разные экзотические модели, которые там так или иначе какую-то слабую оптику могут дать, но это все совсем экзотика. Довольно сложно придумать, как у вас две черные дыры в вакууме могут дать какое-то электромагнитное излучение. С нейтронными звездами там, понятно, проще. Там у вас есть поверхности, есть материя, можно что угодно рожать, и вот, собственно, что и показала практика. Поэтому, ну, по большей части сейчас мы нацеливаемся на то, что что от гамма-всплеска, господи, от гравитационно-волновых всплесков с нейтронными звездами оптика будет, ее надо будет искать как бы активно, от черных дыр, ну, мы тоже не опускаем рук, понятно, что, ну, мало ли, что реализуется, но вот практика такая, что наблюдая, мастер наблюдал все 10 вот этих вот событий с черными дырами. Мало того, там было еще несколько, от которых они там либо отказались, либо пока не подтвердили. Все мы это наблюдали, но ни одного как бы достоверного кандидата обнаружено не было. Были сверхновые, там были даже сверхновые, которые по времени попадали в, то есть, ну, вот, что она вспыхнула вот примерно в момент самого гравитационного всплеска. Но как-то показать, что они связаны, не удавалось. Здесь же, видишь, в чем еще дело? По граф-волнам ты можешь сразу определить расстояние. Дело в том, что, ну, вот эти вот шаблоны, которые накладываются на гравитационно-волновой сигнал, они очень жестко привязаны к расстоянию. И в момент регистрации, по сути, ты знаешь расстояние до этого события. Соответственно, здесь один из главных критериев был тот, что у тебя необычная кривая блеска у объекта, который ты раньше не видел. Еще и расстояние до галактики там, в пределах ошибок совпало с тем расстоянием, которое по граволнам было определено. То есть, ну, вот прям. Ну да, да. С черными дырами пока что не удается. Так что основа для, ну, то есть более, намного более приоритетными для нас являются, конечно, события там, нейтронная звезда, либо нейтронная звезда с черной дырой. Там, где есть какая-то материя, чтобы оптику дать. Но черные дыры мы тоже, естественно, наблюдаем, ну, потому что, ну, мало ли что. Да. А что это, в принципе, может быть? Ну, знаешь, здесь можно. Ну, то есть у тебя, ну, даже просто, это может быть какой-то неизвестный квазар. То есть у тебя где-то далекий квазар, да, как ты его от звезды отличишь, если он неактивный? Ну, по сути, никак, да? Вот. А тем не менее, он является перманентным источником нейтрино. Что там произошло? Нейтрино полетели, нейтрино ты зарегистрировал, а квазар от звезд отличить не можешь. Может быть, он там через пару лет вспыхнет, тогда будет понятно. А так, ну, у тебя сколько? Поле, там квадрат ошибок примерно 5 квадратных градусов, плюс область довольно близкая к Млечному пути. Соответственно, там, ну, не знаю, несколько миллионов звезд, даже до 20-й той же звездной величины. Попробую у них у всех спектры снять, чтобы квазар определить. Коллапс звезды без сверхновой может такое давать? Еще раз, что? Коллапс звезды без сверхновой может такое давать? Который сверхновой называется. Ну, почему бы нет? У тебя же, если у тебя идет фотодиссоциация железа, да, то там по-любому у тебя есть большой поток нейтрино, да, то есть ты никуда не денешься, там, хочешь не хочешь, у тебя нейтроны в протоны так или иначе переходят, наоборот, протоны в нейтроны так или иначе переходят, а значит, нейтрино обязаны быть. Вот. Другой вопрос по механизмам излучения, по механизмам накачки энергии, то есть как тебе в нейтрино закачать мощную энергию, чтобы ты увидел, что оно
как бы действительно, ну, что у нас сверхвысокая энергия. Для этого должны быть какие-то частицы, которые летят довольно быстро. На сверхновых они тоже всегда есть, поскольку, ну, никуда не денешься, тебя 10 минус 5 секунды ты пролетаешь расстояние 10 RG. Вот как минимум вот, за счет такого быстрого падения ты все равно же разгоняешься. Соответственно, получаешь высокие гамма-факторы. Дальше за счет там, вторичных комптоновских эффектов, ну только с нейтрино на слабом взаимодействии, ты получаешь вот накачку вот этой вот энергии в данные нейтрино. Так что вполне возможно. Вполне возможно. А еще вопрос. Каких характерных масштабов происходит излом спектра? Порядка нескольких тысяч, нескольких десятков тысяч секунд. Сейчас, я вот, ну просто видишь, я не готовился сегодня к этому докладу, я обязательно вставил что-нибудь похожее, чтобы просто показать. Сейчас, может быть, где-то и есть у меня кривые блеска. Так. Ну слушай, давай я тебе в конце покажу, если сейчас подойдешь в куларах, я у себя на ноутбуке найду какие-нибудь наблюдения и покажу тебе. А там... Ты какой, про первый или про второй графичек? На черном фоне или на белом? Конечно, помнишь, что на черном фоне было. Так, сейчас. Вот этот? Или следующий? Я просто на двух. Но здесь нету. И там тоже нету, потому что там наблюдений мало. Нужны... Сейчас нужны другие. Ну, в общем, в этой презентации, наверное, просто нет таких наблюдений. Я тебе, ну, сейчас подойдешь, я тебе покажу на ноутбуке. Все? Ну все, давайте тогда прощаться. Спасибо вам за внимание большое. Спасибо.